Rusiyanın mərkəzində yerləşən və azərkeşlərin toplaşdığı bu idman məkanında bu dəfə Formula 1 həyəcanı yaşanırdı. Bakıda keçirilən Formula 1 yarışlarını izləmək üçün bir araya gələn azərkeşlər ölkəmizin füsunkar gözəlliyindən danışdılar. Formula 1 Avropa Grand Prix-sinin Rusiyada rəsmi yayımçısı olan Maç televiziyasından yarışları canlı izləyən azərkeşlər qeyd etdilər ki, Bakı hər zaman böyük tədbirlərə yüksək ev sahibliyi ilə seçilib. Bakıda olmaq arzularını dilə gətirən müsahiblərimiz deyir ki, Bakı treki gözəl memarlıq abidələri ilə əhatə olunub. Trasın köhnə məhəllələrdə yerləşən hissəsi isə daha da maraqlı görünür. Безусловно, Баку устроил для нас целый праздник, создав такую невероятную атмосферу в центре города. Вот сам я еще ни разу не был в Баку, к сожалению, не удалось там побывать пока что, но постараюсь в ближайшее время на какое-нибудь ближайшее событие спортивное посетить этот город, понаблюдать за какими-то спортивными событиями, может быть, даже и за Формулой-1. В данный момент мы смотрим прямую трансляцию с Баку. Вот, очень понравилось, очень красивый город. Мне очень понравилось смотреть Формулу-1 из Москвы, наблюдать за вашим чудесным городом. Там очень интересно сделана трасса в центре города прям. И в скором будущем я бы очень хотела посетить ваш чудесный город. Мне очень понравилось, и вообще Формула-1 я люблю наблюдать за спортивными событиями. И очень хочется посмотреть на ваш чудесный город. Очень, очень интересно, очень весело. Я как бы по поводу наслышана про город Баку. Очень хорошие отзывы. И я рассчитываю в будущем посетить этот город, посмотреть все. Спорт, можно сказать, мое хобби. Я очень часто смотрю прямые трансляции. Пришла сегодня посмотреть Формулу-1. Желаю участникам, чтобы они побед как можно больше. Мы следим за новым этапом в Баку, который проходит там впервые. Вот. Надеемся, что все участники доберутся до финиша. Вот. В таком прекрасном городе проходит следующий этап Формулы-1. Думаю, победит сильнейший. Вот. Всем удачи и призов. Да, можно было бы тоже посмотреть своими глазами не только трансляцию из Москвы, а непосредственно самого прекрасного города. Formula 1 Avropa Grand Prix-sinin Bakı mərhələsini canlı izləmək üçün bu məkana gələnlər arasında uzun zamandır ki, Rusiyada yaşayan həmvətənlərimiz də var. İdman yarışlarını hər zaman ailəlikcə izlədiyini deyən həmyerlimiz Formula 1 Avropa Grand Prix-sinin növbəti mərhələsinin Bakıda keçirilməsini ölkəmizin növbəti uğuru adlandırdı. Dedi ki, Rusiyalı azərkeşlərin Bakı haqqında maraqlanmaları daha da qürur vericidir. Я очень рад, что наша страна развивается так и то, что она дружит с разными странами, в том числе европейскими, и организовывают такие крупные мероприятия, как Формула-1, это говорит о том, что наша страна уже поднимается выше, развивается на новый уровень. И люди, которые живут в Москве, азербайджанцы, такие как я, они очень рады этому и рады тому, что русские люди, не только мы, азербайджанцы, но и русские, следят за Формулой-1 и говорят, вот в Баку сейчас проходит Формула-1, и все нам это говорят, и нам приятно, потому что мы, как наши корни оттуда, мы все радуемся тому, что проходит Формула-1 именно в Баку. И очень много моих друзей русских именно поехали на Формулу-1 смотреть. Даже спрашивали у меня, сколько стоят билеты. Я там через своих друзей спрашивал цены и отправлял им. И там организация именно самого тура Формулы-1 очень на высоком уровне. И принимающая страна, то есть Азербайджан, принимает гостей с большим плюсом. Göründüyü kimi, ecazkar Bakıda keçirilən Formula 1 Avropa Grand Prix-sinə olan maraq çox yüksəkdir. Bu isə onu demək əsas verir ki, Azərbaycan bütün iri miqyaslı tədbirlərə layiqincə ev sahibliyi edir və bütün idman aləminə maraqlı, gözəl və ən əsası yadda qalan anlar yaşadır. Zakir Musayev, Səfər Səfərov, Azərbaycan Televiziyasının Rusiya Bürosu, Moskva.